Закон о гаражной амнистии начал действовать в Ульяновской области еще в минувшем году с поручения губернатора Сергея Морозова. Однако настоящий вал регистрации начался только сейчас. В Министерстве конкуренции и экономического развития находится более 20 заявок от гаражных кооперативов. Что дает официальная регистрация владельцам гаражей и почему не все торопятся воспользоваться амнистией? Об этом рассказал председатель гаражного кооператива «Мотор» Александр Горбунов. Оказывается, к легализации своей деятельности они готовились уже давно, однако законодательной базы не было. Их гаражи были сданы в эксплуатацию еще в 80-е годы. Однако документы на право владения ими были получены только сегодня. А вы знаете, мы были как-то на птичьих правах. Нас все время ходили, пугали. У нас с нами никогда договор аренды не заключали. Разные препоны были. Очень много. И вот народ до того уже, а гаражам столько лет, с 74-го года. И никто никуда, сколько, в какие места они обращали, бесполезно. И хочу еще раз повторить, если бы не губернатор, и вот не создали вот все эти вот подразделения, и амнистию гаражную, нам было очень тяжело. Сейчас в гаражном кооперативе «Мотор» насчитывается 28 боксов. Все они без исключения заняты и задействованы. Регистрация поможет не только бороться за свои права с теми, кто хочет захватить территорию или выжать с нее владельцев нелегальных гаражей, но и решать внутренние проблемы, например, с уборкой прилегающей территории. Раньше, конечно, тоже занимались наведением порядка, но теперь, когда земля своя, отношение людей изменилось кардинальным образом. По словам замминистра конкуренции и экономического развития Сергея Мишина, главная проблема в том, что люди оттягивают регистрацию до последнего, полагая, что будет как с приватизацией. Продлят на год, потом еще на год, а между тем гаражную амнистию планируют ограничить 2017 годом. Поэтому торопитесь. На территории Ульяновской области у нас находится свыше 600 гаражных кооперативов. И у этих свыше 600 гаражных кооперативов порядка 50-55% не оформлены и земельные участки, не оформлены и сами гаражи, строения у граждан. По поручению нашего губернатора мы разработали закон. В 2016 году, в июне месяце, этот закон вышел, так называемая гаражная амнистия. Этот первый закон, где мы можем предоставлять без правоустанавливающих документов земельные участки исключительно только собственникам гаражей, которые входят в состав ГСК, бесплатно в собственность. Закон начал действовать с июня прошлого года. Для участия в программе нужно проводить кадастровые работы, их заказывают сами собственники. Первые договоры появились только в 2017 году. Сейчас их подписано уже 4. В работе находится порядка 20. Андрей Творгов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.